ли ты стать мамой? Сейчас? Да. Нет. Ничего не изменилось. Но смотри, чтобы стать мамой, нужен муж. Да. Или хотя бы какой-то парень, с которым я уже давно встречаюсь. Ну, и я потенциально вижу его своим мужем. Таких рядом нет. Ну, слушай, а если ты вроде видишь, что все-все так, а по итогу, когда ребенок появляется, и как мой отец, например, что-то там меняет планы и уходит? Я вообще такого не хотела. Я бы хотела раз и навсегда. Нет, понятно, понятно. Но вдруг такое происходит. Нифига себе ты ставишь. Ты в курсе, что во вселенную еще знак ты отправишь? И потом такое может случиться. И если я вдруг окажусь брошенной своим мужиком, знаешь, кого винить буду? Меня? Тебя. Так я...